Привет всем! Все, кто меня смотрит и знает на моей странице. А кто не знает, я представлюсь. Зовут меня Ольга Бёми. Я занимаюсь целительством в Германии. Я веду семинары по развитию себя, по искоренению каких-то проблем. Например, замечательный семинар я провела по страхам. Были очень хорошие отзывы и действительно результаты. Дело в том, что работая в энергии, а я работаю именно с энергией, работая в энергетическом пространстве, вы можете помогать людям и научить людей изменять какие-то свои моменты жизни, переосмысливать их, менять свой взгляд на какие-то вещи, а также просто научить вас избавляться от своих негативных мыслей. То есть все довольно-таки очень просто. Если вы в энергии избавились от каких-то негативных мыслей и выбросили мешок негативных мыслей, то в жизни, ну, в настоящий момент вы почувствуете легкость, у вас будет хорошее настроение, вы больше будете верить в себя. Чем я еще занимаюсь? Я занимаюсь биоэнергетикой. Это именно связано с энергией пространства. Я провожу консультации по различным темам, по темам как здоровья, так и своей дороги, и изменения каких-то ситуаций в вашей жизни. Звучит, может быть, очень пафосно и глобально. Тем не менее, люди приходят, у них различные проблемы. Я получаю необходимую информацию для людей и стараюсь максимально точно передать им. Работает примерно так, что откуда берутся наши проблемы, откуда берутся наши боли в теле, да? Фактически это уже последняя стадия того, что зародилось в энергии. Сначала в энергии зарождается какая-то проблема, мы тупо ее не видим, мы не хотим действовать в каких-то планах, и в конечном итоге это переходит на нашу физику. И уже в физике образуются какие-то пробки и какие-то энергетические искривления. Ну, в общем-то, я хотела пригласить вас, дать вам такую возможность. Я буду в августе в Москве. Я с удовольствием приму тех людей, повторяю, только тех людей, которые действительно хотят что-то изменить в жизни. Потому что без того, чтобы вы сами не хотели действительно меняться, не будет результата. Дело в том, что я могу дать вам техники, я могу убрать какие-то проблемы, но, скажем так, я могу дать техники работы над собой, но все-таки работу над собой дальнейшую после консультации вы проделываете сами. Также, поскольку я изучила в Мюнхене, а я живу под Мюнхеном, изучила wellness, массаж и практикую в этом плане, я приглашаю всех также на wellness, массаж, который я хочу сочетать с моими биоэнергетическими способностями. Применяю уже технику целительства и технику массажа расслабления, массажа релакса. Приходите, я не хочу обещать, что пройдя такой массаж, вы избавитесь от всех проблем. Это был бы перебор. Я не хочу давать пустых обещаний.
Но то, что вы улучшите свою энергетику, решите какие-то свои проблемы или поймете, куда вам нужно идти, просто почувствуйте легкость в теле. И кто любит такие массажи, как массаж с горячими камнями, который прекрасно расслабляет мышцы, и посредством того, что тепло входит в ваше тело, расслабляются мышцы на разных уровнях. Ну, помимо этого, я работаю, конечно, и энергетически тоже. Приходите, я буду в Москве всего неделю. Я приглашаю вас. На моей странице вы можете найти информацию об этом. Я жду вас. Исправляйте свои какие-то моменты в жизни. У вас есть удивительная возможность. А я хочу еще добавить, что во мне сочетаются как бы, ну что ли, три потока трех стран и трех знаний, которые я могу со своими техниками вам передать. Это Израиль, это Германия, это Россия. Всем пока!